Хоба. Привет, с вами доктор Влад и очередные новости. Вот смотрите, названа лучшая авиакомпания мира. Вот какими авиакомпаниями лучше всего летать? Катар Airways. Вот из Катара самая лучшая авиакомпания в 2019 году. Первое место. На следующем месте Сингапур Airlines. И на третьем японская Ана Ол Ниппон Airways. На четвертом гонконгская, потом дубайская, тайваньская и Аэрофлота я не заметил. А, есть Аэрофлот. Он поднялся с 23-й позиции на 22-ю. А С7, еще какая-то есть авиакомпания российская, поднялась с 98-й на 96-ю. Вот так, ребят, выбирайте, чем летать. Ладно. Упс. Эй, закрывайся. Не закрывается такое никогда. Ладно, просто следующее откроем. В Москве произошла массовая драка, ребята. Электрозаводская массовая потасовка. Ух ты, один из участников погиб, еще трое ранены. В драке участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Ну надо же. Опять драка в Москве. Да что же это такое? Сколько можно драться-то? Так, в Приморье осквернили памятник Ленину. А зачем об этом сообщать? Ну, осквернили, осквернили, да мало ли. Нецензурные слова. 18-летний молодой человек в алкогольном опьянении. А еще неизвестно осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева. Злоумышленники повредили кромку памятника и отломили с него бронзовый букет. А это еще зачем? Что-то как-то странно, правда? Букет отломили. Продажи на российском авторынке в мае обрушились на 18%. А денег нет. Ну вы держитесь. Денег нет, да. Вот так вот. На помощниц. Кандидата в Мосгорсдуму, да что такое? Марии Киселевой напал мужчина с ножом. Об этом написала олимпийская чемпионка. А при чем здесь олимпийская чемпионка? Мария Киселева, она что, чемпионка? А зачем ей в Мосгордуму? Что она там забыла-то? А, ну вот, в общем, короче, вот атаковал вот этот какой-то неизвестный двух девушек у метро Крылатская. Они смогли увернуться, после чего нападавший порезал избирательный тент, газеты и флаеры. Как сообщает ТАСС, мужчина находился в неадекватном состоянии. Не думаю даже, что это вот помощница кандидата, ну просто какой-то псих. Полиция его задержала, ну и слава богу. Так, Медведев предложил увеличить обидное пособие на детей. Мне вот заголовок понравился. Думаю, да что такое обидное? Оказывается, вот было пособие, значит, выплаты по уходу за детьми 50 рублей, которые в настоящее время положены семьям с детьми от 1,5 до 3 лет. 50 рублей. А что можно 50? Да меньше даже доллара, да? Выплату ввели в 1994 году и с тех пор ни разу не индексировали. Вот это да. Размер выплаты вызывает лишь недоумение и обиду. Ну вот хотят повысить. Ну до какого они повысят? Ну будет 55 рублей. Коллекция картин, принадлежащая бизнесмену Алексею Ананьеву, пропала из музея основанного предпринимателя. Ну, какой-то Ананьев с бородой. А, короче, его там что-то арестовали, все вот эти картины, да? Потому что он проворовался. Вот. А потом раз, и потихонечку, и передали все эти картины кипрской компании, которую связывают с супругой бизнесмена. Вот так. А сами они смотались тоже куда-то на Кипр, уехали, короче, после того, как ЦБ нашел множество нарушений и начал санацию организации по иску о возмещении убытков, с них намерены взыскать рекордные 282 миллиарда рублей. Ну вот, а детям 50 рублей, да? Маленьким детям 50, а этим миллиарды. Ну, они большие уже, да? Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню. Это что, они будут с космическими пиратами, что ли, биться? Что-то непонятно. Часть предполетной подготовки в университете спецназа в Чечне.
В подготовке космонавтов якобы есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа. Речь идет о выживании в условиях, в которых космонавты могут оказаться после посадки, альпинистская, воздушно-десантная подготовка, курсы выживания в дикой среде и оказания медицинской помощи. Не знаю. Что-то как-то это все странно. Да нафига им это все надо? Ну вот в Чечню послали, Чечня теперь прославится. В ДТП с автобусом на Казань, на Кубани пострадали 17 человек. Ух ты, вот это да, и что тут получилось? Рейсовый автобус врезался в большегруз. Вот так вот. В автобусе было 30 человек. На месте происшествия работают сотрудники. А 9 июня в Сочи столкнулись два туристических автобуса. Слишком много туристов, да? В результате инцидента пострадали 11 человек, включая ребенка. Что-то сплошные эти. Российский военный Мучкаев, Дубинский, Пулатов могут быть причастны к крушению малайзийского Боинга. Но если могут быть, значит причастны. Вот уже голландские журналисты. А, сегодня, да, сегодня точно скажут. Сегодня будет выступать следственная группа, да, совместная следственная группа. И вот всех их назовут еще раз. Всех вот этих вот бандюганов, которые сбили Боинг в Донбассе. Ужасно это все. Google начнет строить доступное жилье, пока только Сан-Франциско. Знаете что, там смысл такой, что вот от того, что Google там окопался, да, в Сан-Франциско, там очень дорогое жилье получается, да. Вот, по данным издания, а ну вот, да, TechCrunch, жители Сан-Франциско очень плохо относятся к индустрии технологий. Они считают, что он сам город стал самым дорогим для проживания в мире из-за ее представителей. Да, они там хорошо получают, и поэтому цены возросли. Особенно, вот знаете, где вот Кремниевая долина, там где-то рядом тоже. Там ужасно дорогие цены на жилье, ужасно. Ну вот они сами теперь будут строить. Может, Кремль где-нибудь начнет строить дома. Темпы сева сои в США не оправдали ожиданий. Почему я вот заострился на этом, да? Я недавно где-то, ну, может, неделю назад говорил, что вот в США собираются сою сеять, потому что, ну, холодная погода, а соя вроде бы еще как-то это самое, ну, к холоду лучше относится, лучше растет, да? Вот, и даже соя не оправдала ожидания, появление всходов по-прежнему сильно отстает от графика. Это я не для ботаников говорю, для огородников. Да, сильно отстают от графика. У меня помидоры, да. Вот я много, там у меня кустов, на десяток больше, да. Вот, только два или три куста зацвели. Зацвели только. А сегодня у нас какой? 19 июня, представляете? Вот то, что должно быть в мае они цветут у нас помидоры. В июне и еще не все. Ну это что такое, а? Холодина – это первый раз. Я уехал из Сибири, а Сибирь за мной приехала опять сюда, в Америку. А в Роскачестве дали… Роскачество еще есть, а Роскаличество есть. Дали рекомендацию по выбору напитков в жару. Ну, такие рекомендации, ну, вообще, обалдеть. Эксперты отмечают, что предпочтение стоит отдать негазированным, несладким напиткам. Сколько букв, а? Ну, воду надо пить просто, вот и все. Воду. Но не сладкую, ребята, потому что вот тут еще проквас и все такое прочее. Я когда экспериментировал, ну вот, что есть и как, худеешь или поправляешься, да. Ребята, вот только от сладкой воды я поправился очень сильно. Просто вот нормальный режим питания, да, ну, в смысле, я его никак не менял. Вот, и просто пил сладкую воду вечером там, ну, стаканчик два. Вот, все у меня, вот такой вот. Надо мне опять худеть, ну что-то никак не получается. Ну вот я не знаю, начинать мне худеть или нет, потому что я еще от курева не избавился окончательно. Все-таки хочется курить, конечно. Месяц я не курю, месяца 2 дня. Так, для меня все мозоли на руках одинаковые. А, это матершинник тут пишет. Партизан 69. Ругается, это знаете где? Это уже на живом журнале. На живом журнале, вот он начинает, что страна застыла в напряжении, СМИ подогревают интригу, предлагание отрываться от коллектива и влиться в многочисленные ряды портяночных плакальщиков и овощных попрошаек, анонсы
шоу Володи Сказочного занимает центральное место во всех новостных выпусках. Ну, то есть, и вот завтра будет это, прямая линия Путина. Я что хочу сказать? Я вот у меня новости, я везде смотрю, на ТАСС смотрю, там, на русских, да? Яндекс там и так далее. Нигде вот абсолютно ничего нету, да? Ну, так вот, может быть, где-то кусочками. Вот. А так, чтобы вот везде-везде центральное место, да я бы не сказал. Я даже удивляюсь. Вот в прошлый раз у него было вот тоже прямая линия, да, везде действительно было. А сейчас и нету, и нету. Ну вот, ну вот я ради этого только. Ой, а тут... Да матершинник он не буду читать. Я не люблю мат читать. Не хочу я мат читать. Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями. Оказывается, он расследовал дело там, да? И вот понеслась. Генерал-полковник, помощник подполковник. Общей стоимостью элитной недвижимость 100 миллионов рублей, а их соседка, родственница, замглавы похоронной службы, и тоже миллионы, миллионы. Вот он это рассматривал, а, значит, эти вот дорассмотрели, ну, его друзья, журналисты. Вот, и что интересно, еще вот у новой, да, блок новой газеты, огромная статья, мимо них ни один гитар не проскочит. Ну, вот насчет вот этих вот воришек, которые он начинал расследовать, да, вот ФСБ, 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 там своровали, здесь своровали. Ну, 100 миллионов, ничего себе, да. Ну, правда, не миллиарды, но все равно 100 миллионов. Так, вот еще тоже интересно, да? Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность. А зачем было тогда модернизировать? Странно. Отмечается, что в ходе работ одна из взлетно-посадочных полос была частично разобрана, а радиотехническое оборудование демонтировано. Также не были построены перроны к новому терминалу, в результате чего здание простаивает до настоящего времени. По некоторым данным, Росавиация намерена достроить эти объекты. Для этого ведомство запросило у Минтранса 3,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда. Жители города Сибай пожаловались Путину на тлеющий карьер. А, ну вот, да, записали видеообращение. Там тлеет карьер, уральская горно-металлургическая какая-то компания загрязняет воздух. И город поглотил смог. И концентрация диоксида серы в воздухе превышена в десятки раз. Вот так. И еще на Урале где-то тоже город Асбест. И, в общем, там вообще дом разваливается. Ну, тоже записали видеообращение. Царь, помоги нам, хоть не на коленях. А то могут и на коленях записать. Массированный удар по Донецку нанесла Украина. Не знаю, правда, нет ли. Это сообщает какое-то Донецкое агентство новостей, там алкоголики. Вот, ну, в общем, вот вроде бы да. Обстреляли. А, вот еще тут. Интересно, я тут про BTS рассказал, да, этот самый ансамбль. И вот мне тут одна девушка Ирина написала: «Ох, что ожидала услышать меньше всего доктора Влада, так это BTS. Спасибо за новость о них от души». Ну, видимо, она поклонница вот этого ансамбля, да? А дальше мы разговорились. Я говорю: «Ну, а кто там? Может, еще кто-то есть?» Она: «Ой, ой, я с радостью». Ой, она мне накидала Blackpink, Gefrint, Sunmi, Infinite, Exit, Чунгха. Я полез смотреть. Ну, примерно все одно и то же. Корейские девчонки танцуют, поют и очень миленько смотрятся. Но, ребята, у них 100-миллионные просмотры. Я поразился, честное слово. Вы посмотрите, ну я не поклонник, я так вот не смотрю, особенно музычку, да. Ну слушайте, ну так много и так довольно-таки неплохо. Вот я тогда, ну впервые я познакомился, как многие из вас, наверное, вот Гангам Стайл, да. Ну мне понравилось, конечно, круто. Потом еще там варианты были, вот, не только вот этот пси. Вот, а здесь вот, оказывается, корейских групп так много, но правда они все одинаковые, они, знаете как, они кукольного вида все. Вот, стройненькие такие, прям тю-тю-тю-тю-тю, и танцуют. И, в общем, посмотрите, эта молодежь, оказывается, увлекается вот этим делом. А я не знал. Вот теперь знаю. Спасибо, Ирина. Вы меня просветили. А теперь я вот просвещу, смотрите, простые секреты долголетия, которыми мы почему-то пренебрегаем. Отлично, есть сайт такой, лайфхакер. Вот. И вот тут какой-то терапевт, президент университета Оклахомы,
автор блога о медицине, и вот он рассказывает, чтобы жить долго и чувствовать себя хорошо, нужно высыпаться. Ребят, это вот, ей-богу, это главное, да? Вот если человек выспался, он все хорошо. Я сегодня чуть-чуть не доспал и немножко так меня. Вот сравните, вчера я какой был бойкий, да? Значит, высыпаться, больше двигаться в течение дня. Ну, это мне собаки помогают, и я там внизу еще хожу обязательно, да? Есть здоровую пищу, отдавать предпочтение овощам и не переедать. Правильно все. Больше общаться, изоляция вредит и телу, и духу. Но это, знаете как, это на любителя. Я так вот, я вроде много разговариваю, но я же не общаюсь, я рассказываю сам. Вот, а ну насчет общения. Ну, тем не менее, вот этот товарищ говорит, терапевт, да? И помнить, за что вы в жизни благодарны. О, ребята, вот это тоже, я всегда помню, что бы со мной в жизни не случалось раньше, да, я об этом не переживаю, я все думаю, что в конце концов меня это привело в Америку. Вот, и я сразу радостный. Вот, да, ну тут еще голубые зоны, да, где люди меньше болеют. Окинава, Япония, Икария, Греция, Сардиния, Италия, Никоя, Коста-Рика и Лома-Линда, США. Интересно, а где же это Лома-Линда? Дайте-ка я посмотрю. Может, нам с женой туда уехать? Лома-Линда. А, Калифорния, Калифорния, ребят. Не, я не хочу в Калифорнию. Ну, в общем, вот так, ребята, если хотите долго жить, вот, то самое, вот такие вот, ну, как сказать, пользуйтесь вот такими простыми секретами. Так, и еще что я хотел сказать, так, Лома Линда, это здесь. Вот, помните, я вам рассказывал, что Киркоров это самая жесткая посадка там была и так далее, да, и вот кто-то говорит, что нет. А вот, и что это он все наврал, и что он там не летает. Вот, потом, мало того, значит, в аэропорту Домодедово опровергли информацию о жесткой посадке самолета. Ребята, ни черта подобного. Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Инстаграм опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву. И вот здесь вот, да, вот есть действительно, он так бубух, там все сразу в салоне, и дальше полетели. И он на второй круг, ну, в смысле, он приземлялся, а потом опять пошел вверх. Вот такие дела, ребята, у меня все. Ну, еще встретимся, да, день еще только начался. Всего хорошего, доктор Влад с вами.